В исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия предотвращены очередные попытки доставки запрещенных предметов. ВК-4 сотрудниками учреждения при выдаче бандероли, поступившая жительница Москвы для осужденного к 3,5 годам лишения свободы, были обнаружены и изъяты сотовый телефон и сим-карта, спрятанные в обуви. В ЛИУ-19 при досмотре посылки, предназначенной для осужденного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, были обнаружены и изъяты, спрятанные эксионным способом в обуви телефон, зарядное устройство к нему и наушники. Посылка отправлена жительнице Москвы. По обоим фактам проводятся проверки. ВК-10 во время досмотра личных вещей жительницы Московской области, прибывшей на длительное свидание к осужденному на 10 лет лишения свободы супругу, в тюбике с детским кремом была обнаружена и изъята сим-карта. Составлен протокол об административном правонарушении. Марина Ханиева, начальник пресс-службы Всероссийской Республики Мордовия.